В Заполярье пришла весна, природа просыпается. От зимнего сна очнулся и медведь Михаил. Любимец жителей Наринмара из Ненецкого заповедника готовится ко встрече с гостями. Одной из первых к косолапому наведалась и наша съемочная группа. Елизавета Кабанова продолжит. Лениво потягиваясь, медведь Михаил неохотно выходит на прогулку. Косолапый проснулся в середине марта, но все еще восстанавливает режим бодрствования. Все-таки возраст. По меркам животного мира медведь достаточно взрослый, ему 28 лет. В заповеднике любимец наринмарцев живет с 2012 года. Здесь для него созданы необходимые условия. Миша особенного ухода, такого прям как вот там за щенками какими-то малышами, не требует. В общем-то, живет себе здесь дикий зверь. И за ним убирают, и его кормят. И, собственно, если видят какие-то недомогания, мы вызываем ветеринаров, чтобы они его осмотрели и, собственно, сделали какие-то назначения, выписали. И, в общем-то, мы иногда ему помогаем. Питание Михаила довольно сбалансированное. После спячки ему необходимы витамины и белковая пища, чтобы восстановить метаболизм. Сейчас заповедник берет еду для медведя из пустозерского дома-интерната. Мише меню пришлось по вкусу. Также различные магазины привозят для косолапого овощи и фрукты. Несмотря на то, что медведя холят и лелеют, он все же дикий зверь. Поэтому играют с ним, не нарушая его личные границы. Человек, который за ним ухаживает непосредственно, да, Дмитрий, он даже с ним порой играет, да, тут как-то вот лопаты, по-доброму все. Вот, он его веселит, тут гоняет вокруг клетки, сам бегает, Мишка за ним тут бегает. Ну, в общем, пытается тоже какие-то физкультурные занятия ему устроить, чтобы он тут совсем-то уж не засиживался. Жители округа могут встретиться с Михаилом на всеми любимом празднике Мишкины потягушки. Перед этим событием сотрудники заповедника запустили викторину в своих социальных сетях. ВКонтакте мы предлагаем подписчикам различные конкурсы и викторины, касаемые заповедника и медведя. Вот, и достаточно интересные, веселые. Вот, и уже в праздник, 3 апреля, когда будем проводить праздник, мы наградим участников, тех, кто был особенно активным и кто ответил правильно на все вопросы. Сотрудники заповедника к празднику готовят различные конкурсы и акции. Например, каждый год гостей Михаила угощают чаем. В этот раз организаторы предлагают прийти на праздник со своими кружками, чтобы отказаться от пластика, который наносит вред окружающей среде. Про остальные активности можно будет узнать из социальных сетей заповедника. Миша уже готовится принять гостей. Он любит овощи, поэтому если вы хотите его порадовать, вы можете принести с собой морковку. От сгущенки сотрудники просят воздержаться. Михаил чувствует себя нехорошо после этого десерта. Но если вы хотите порадовать его сладким, вы можете принести с собой печеньки. Они станут отличной альтернативой. Елизавета Кабанова, Антон Водряков, телеканал «Север».